Что ж, пока на стрим никто не зашел, повторю вслух все банворды. Начну с Ну, мало самого ли, чтобы популярного. не проскочило. Дробос, по моим наблюдениям, это единственный стример, который не включает в начале стрима на 15 минут заглушку с музыкой. Ой, это вообще хуйня полная. Я когда-то стримил так. Типа заранее народ собирать. Кому надо, блядь, они с нулевой зайдут по зову сердца, блядь, а не по зову уведомления, блядь. Там это хуйня. А чё вы, иди? Мы, блядь, играли как-то в доту, а в пятером. Это вообще, это такой кринж, блядь. Хор в этой пачке был. Типа батлка пытались, блядь, разыграть. Ебать кринж просто, блядь. А, этот кап, который... Да. Там вечный Рубик в мид, блядь. Парни, я на Марсе, сейчас жестко. 0-10, хули. Интересно, кто же был на Марсе? Действительно. Да, факторка с хором. Алуварка. Алуварка неделю назад заказывал награду. Тоже Device Red Dragon. Вот эти двое человек заслуживают. А вы, суки, блять. Вот именно вы нахуй. Увидите, что кто-то заказывает награду, жестко спамьте мне, потому что я могу проебать. Это надо. Это реально надо. Сколько человек будет на заводе? 2. Мы сейчас хором новый сид стартанем. У меня гениальная идея построить форпосты факторки в виде хуев, чтобы жуки жрали хуи. Я гений? Блять, вообще мега гений. Так, ваша тоже задача, чат. Увидите в чате лист ТГНа или алуварку. Эти люди нам нужны, чтобы дать им девайсы. Там лист ТГН клаву получит, а алуварке там мышка, по-моему. Да, мышка, по-моему. Лист ТГН, дядь, ты вчера награду заказывал. Значит, с чем я тебя поздравляю. Все, пока. Да ладно, ладно, что ты. Тут пушка, вышка вообще, дядь, смотри. Оба. Вот такая вот клава. Шептун. Для тех, кто не понимает, как Виспер переводится. Вот. Red Dragon Виспер. Давай я тебе ее покажу. В чем прелесть этой клавы? Это тихая механика, которая имеет такие же ощущения, ну, как и любой другой механик в целом. Хоба. Клавиатура полноразмерная, поэтому если ты какой-нибудь инженер или бухгалтер, или, ну, в принципе, у тебя рабочая профессия, тебе должно быть удобно. Если жуков подмутаю, то там на фоне с факторки давят жуков. А клавиатура вот такенная. Ляля, шо за красавица, ты посмотри. Да, это стопроцентная клава с нампадом, с системными кнопками, с F-ками. Но у меня микрофон суперкардиода, он навряд ли захватит, но я попробую покликать. Не слышно, наверное, да? Ну, короче, приятный щелчок в палец отдает, но очень тихо. Супер тихо. Также в комплекте идут кейкапы. Вот если хочется поменять, да, то можно там фулл белый сделать. Или фулл серый. То есть как хочешь. Вот есть такой вариантик еще. А здесь гайдлайн, наклеечки-приколюшки. Развлекал его на полчаса для ребенка. В скобочках для дуба 30-летнего. И сейчас мы это дело еще подключим. Так. Вот кто придумал USB разъем, у него, наверное, проблемы какие-то были. Победа. Да, подсветочка, естественно, имеется. Сейчас я свет уберу с окна. Отключаю солнце! Подсветочка вот такенная. Камера немножко стробит, потому что у меня камера за 500 руб. Ну, клавиатура ультра красивская вообще. Скорее всего, по системной кнопке можно менять... Да, можно менять то, как она будет светить. Хочешь, можно выключить. Хочешь, можно менять режим вот так вот. Переливашка. Off. Вот я тут типа дождик. Вот такая вот есть переливашка. А это, я так понимаю, да, это волна, куда нажимаешь,
с той точки идет волна. Ну, типа, вот на пробел нажимаю. От пробела волна пошла. Очень приятная клава. Очень приятная. Ее вы можете найти по ссылочке в описании стрима. Заходите, чекайте. Прям, не знаю, вот прям в Яндексе пишите Red Dragon. И заходите. Вот, в очередной раз уроните сайт, вы красавы. А вот эта клавиатура отправляется на ТГНу. Дядь, у тебя есть два варианта, смотри. Я тебе могу отправить прям эту клавиатуру. Но как бы уже распакованная, знаешь, не камильфо. Тебе могут прислать запакованное все, фул новое, мною не троганное. Либо я могу тебе прислать эту, прям эту клавиатуру, с какой-нибудь росписью, там, не знаю, что хочешь. Вот, решай, дядь. Либо фул новую клаву, либо прям эту же с рекламной интеграцией. И отправляем тебе. Как раз это и хотел попросить. Так, а что попросить? Лучше черкануть. Хорошо, дядь. А где ты хочешь, чтобы я черканул? На дне? Вот здесь где-нибудь? У меня есть черный маркер перманентный. Я тебе могу себе тут свой дефолтный автограф оставить. У тебя будет эксклюзивная клавиатура. Давай с росписью. Хорошо, дядь. А завтра клавиатуру отправляю тебе. А прямо сейчас схожу за маркером. Так, и ждем второго человека. Родительская проблема, понимаете? Тут, если в доме что-то не закрыто нахуй на сейф, то с периодичностью как бы от суток до года вот рандомная вещь, ебать, может пропасть. Привет, макароны, чатик, здорово, здорово. Алло, дядь. Мяу. Мяу. А сколько планет-то новых? Ну, Наувис, я так понимаю, это базовая планета, да? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, пять планет, ну да, четыре планеты добавить. Обалдеть. 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 Чего, блядь? Не, я по умолчанию бахнул. Там, кстати, добавился мод Арахнофобия. Что за мод, чем знаменит? Ну, не мод, а в настройках игры можно пауков на что-то другое меняет, хз на что. Просто есть галочка «Арахнофобия». О, кайфарик спот. Мне нравится. Так, а как там... Вот такую регаем? А я... Где ты еще? Да регай. Регай. Сейчас. А где мы спа? Где точка Там, в спауна? центре. Вот рядом с вот этой лужицей. А не говно ли? Ну ничего вокруг нету, вверху только. Лесов Все далеко. дохуя. Ты хочешь прям фул водой окруженным быть? Да ну нет, что-нибудь, чтоб прядь. Вот, тут это, Вот наверное, это? весь уголь есть. Да не, еще ролл. У тебя всегда рядом будет камень, железо, медь, уголь. Всегда рядом будет. И водичка рядом будет для генераторов. Так. Ну и, ну вот, и то лучше, наверное. Хотя там только один наверху. А оно может Вверху только загенерить? один. Ебать, фул пустыня. Оно может загенерить, чтобы мы прям фул в воде были. О, О, нихуя красиво. блин, Ну там камень в очке черное, чуть-чуть. ты скипнул Черное море, там было, блин, Черное море, ёб твою мать. Вот это регаем? Ну вот это вот Там только нефть в очке, блядь. уран, да давай, чё нет, уголь есть ещё везде рядом. Я регнул. Я, наверное, тебя через Стим могу занять. Так, а я вот не помню, как там пульки. Бля, сейчас так, я, вспоминать, как блин, я кнопки не помню нажимать. кнопки. Да, я тоже не помню. Но я осколки разберу, чтобы они нам не мешали. Ой, а карта разве была вверху справа такая? Ну, я так понимаю, ее офнуть можно, если она мешает. А чё я свинина? Ну, как себя Ну ладно. назовешь, так и поплывешь, блядь. Ладно. Так, подожди. Е инвентарь. Тап карта. А что нам надо, чтобы жить? А где смотреть шмотки? Крафт шмоток. А, на Е. А, точно, Е, господи. Нормально, нормально, вспоминаем управление. Так, первое, что мы ставим? Я, кстати, две штуки сделал. Блин, а как будто бы... А, это ж первые, наверное, штуки. Я вот вспомнил, что надо загрузить эту хуйню и сделать из них секс-дрочилку, блядь, чтобы они друг друга загружали, понял? Не-не-не, не так. Вот так. И все, и тут типа приходишь и забираешь уголь, сколько тебе надо. Еще печки. Нужно Вот камень. это нужно. Я немного печек натыкаю. Блин, вообще не помню, что тут. Так я тоже. Сейчас распорядимся. Там он, я увидел новый бур охеренный какой-то новый есть. Нахуя дохуя хуйни нахуярил? Чтобы дохера нахуярило.
Расхуяривай нахуй. В них... О, я вижу твой курсор. Когда ты по минералам что-нибудь тыкаешь? Охуеть! Это отрыв ляжки. Этой хуйне тоже топливо надо. Сука, как чуть-чуть-то закинуть? Короче, уголь это хуйня, я тебе вот что говорю. Нам, согласен. Нам надо real big electricity powers. Ага, пока что херни у нас плиток нет, увы. Я вообще себя чувствую, как абоба. Сейчас, понял, сейчас у тебя не сразу парогенераторы доступны. Надо создать 50 железных плиток, блять. Так я, ты что думаешь, я пиздец себя гарвард-челом ощущаю? Нет, железная вспоминаю, плита. Что делать. У тебя есть плитка еще железная? Вот они еще в печках одну делаются. Шпагу. Вот в печках вот, делают. Все, 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 пошло. Да я хотел шпагу эту сделать, чтоб переносила. А можно сразу в электрический век? Так сейчас, сейчас замутим. Что-то... О, открылось. Генераторы. Электроника, создать 10 медных плит. 10 медных плит надо сделать. Я пока запитаю нашу неуклюжую хуйню. Так, я заберу... Слушай, я заберу одну. Конечно, блядь. А, эту одну? Да. Блядь, ну надо было, ну ладно, похуй. А чё я делаю? А зачем? А, надо, да, надо. Бля, как по единичке раскидывать? Ну, а что ты дальше не плавишь? Серьезно перед... Зажатый Z. Давай, давай, ебашьте Z-ки. Так, блядь, я ультра тупой... Я уже знаю. Сложность сложная сложилась. Хули у меня не работает параша. Оно сделало одну плитку. Так серьезно, где, блядь? На один слот, типа, отступить печку на один слот надо. Да, вот так. А, близко поставил. Все, 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 производство пошло, пошло. Победа человечества над человечеством. Так, ну я пошел меди тогда немного копать. Все, я пошел электричество делать, блядь. Делай, делай. А твоя задача — медные кабели сделать. Так, ну медь делается. Я спиздил медь. Делай, делай. Я пока просто загружаю все говном. Электричество приехало. Так, это хорошо. В принципе, теперь можно забить на этот уголь, правильно? Топливо, гниль можно загружать. Так подожди, теперь же можно... А зачем нам энергия, если мы у нас нет бурилок, блядь, человеческих? Так бурилки же будут эти человеческие работы. Ну да, не их будут. Теперь изучить надо. Окей, я ставлю этот исследовательский центр, блядь. Еще металл надо, я спиздил металл. Лаба. И руками делаю центр. Так, электробуры, это топ приорити. Я еще исследовательский центр еще поставлю. Блин, по-моему, раньше было как-то полегче это все. У тебя раньше со старту было дохуя всего доступно. Но вот вроде как, да, ты со старта что-то начал. У тебя и бурилки были со старта электрические, и вот эти вот все электрохуйности ты сразу мог делать. Все, я дохуя хуйни нахуярил. Расхуяривать не буду. Так, еще колбочки надо или нет? Не, я займусь-то, блядь. Там просто нечего особо такого делать. Ну типа... вот без буров, да, нихуй. Что, ты начинаешь вспоминать, как конвейерные линии делать? Я уже сделал конвейеров. Да там хуйня, блядь. Это лысая. Херня все. Ну, по сути, все сейчас электрику только сделать и все. Все, что надо, сейчас этот бур вонючий и все. Еще тебе знаешь, что напомню? Не стесняйся брать в рот. Не стесняйся брать все с запасом. Не стесняйся брать все с запасом. Вот ты в рот. Ты строишь какую-то хуйню, обязательно строй так, чтобы вокруг этой хуйни было много места, чтобы потом расширить. Не, дядь, это я потом помню, что там потом пять линий дерьма надо, через которые идут пять линий другого дерьма, чтобы получить шесть линий. Да, да, да. Поэтому обязательно. Привет, Лан, желаю удачно поиграть в фактурку. Жаль, не смогу поиграть в среду. Среду в армию. В армию точно поиграешь, не переживай, дядь, там все на мазе. Арма 4? Арма 4, полк чем. Реальный погружантус, блядь. VR. Я не хочу ставить пока электрические буры, вот эту всю херню, из-за нижних тварей. Не, ставь, сейчас мы им пизды дадим. Там что, там два спота, их там мало очень будет. А я эти буры вон делаю. Так, сразу делаем раз, два, три. Почему в эту сторону, если в эту? Нет, ты много наебашил. Тут две. Нормально, хватит. У меня много. Тут не, хватит. Дядь, у меня есть. У меня 3-3. Я все сделаю. Отмени. Я уже все делаю. Отчет мини. У меня одна плитка только в кармане.
Ну, у меня сделано. Хуёво, дядь. Надо Нет, сейчас все будет, дядь, все есть. Делаем. Охуенно придумал, а сгружать куда будет? Сейчас все будет, дядь, делаю. Пока коробку поставлю. Так, у меня звоночек. Алло, Танюсь, а ты знаешь, где маркер черный? А, расписать клавиатуру. Все, давай, привози. Плюс маркер. А ты куда везешь-то, ёптать? Сейчас, а я тупой, подожди. Ну, одна... Это выгружает. Я вот так вот тебя сломаю нахуй. Потому что одна нужна на электричество. А, все. Или не все. Ладно, первичная. Первичная первичность. ТО, все. Так у тебя руки не электрические. Руки желтые надо сделать. Зачем ты это сказал? Сейчас все будет, Сейчас первые разработки идут так. Сейчас немножко металла наберется. И все будет. Графики какие-то, что для гениев игра. Да, специально для хоррора разрабатывали игру. Все, погнали хуярить. Возьми на всякий случай металла с собой побольше. У меня дробовук. Идем, делаем. Ну, по идее, мне хватит. Да, изи. Тут еще ого-го. Все. Тут до этих жуков. А, че, я дальше строил. Так, мини-производство готово. Так а надо мега. Ну, для мега пока и нету мега ресурсов. Сейчас все будет. Ебать, это че? Это CJ. Из Сан-Андреаса. О, я смотрю, ты про фишку главную забыл. Показываю. Дверу? А шо? Конвейер есть еще? Да. Давай. Откуда? Что? Я спиздил. А зачем? А вот это теперь убираешь. Он, и они забирают и уголь для себя, и сырье. Только тебе тут поменять надо будет. Чтобы вывод был более удобный. А, что потом перекладывала конвейер, да. Ну вот подожди, это ж первое производство. Ну да. Пока и так ручками собираем, правильно? Я пока жду. Так тебе надо сделать так, чтобы ты ничего не делал, блять. Нет, да я понял, но пока что ничего нет. Да ладно. Че? О, у нас руки другие. Это длинные руки или длинные руки? Нас руки. Делаю нас руки. Ты уже тут все можешь расхуярить, тут уже уродский, если что. Да это я все готов, дядь, я все сейчас готовлю. Очень сильно жестко сейчас плюс мощно готовится. Ужасный. Сейчас очень мощно будет. Вроде что ты делаешь, или автоматизировать колбы красные. Это я пока делаю колбочки, основные вещи, пока ты, блядь, линию нормальную не сделаешь в разработке. Ну ты ее даже ладно, не разобрал разрабатываем. Еще. Надо ее фул разобрать, там уже уродский. Заебись, у тебя уголь пошел в второй линии. Короче, ебать ты бот, чел. Я все уже делаю, дядь, все сейчас будет. У тебя вон идет, блядь, второй линии уголь. Все не идет, решен. Сейчас все будет. Ладно, похеру на уголь пока, все. Это я отменяю. Угля и так достаточно. Собирать с конвейера, какая кнопка была? Все, говно собрал. Сейчас все будет. Так, блядь, я все разметаю нахер это. Охуенно, а что они добывать будут? Сейчас тут у одного бура запас 450 руды, блядь. Это все из... И все, я выкопаю все из земли. Все ресурсы. Ебать. Это пиздец. Без колхозное производство. Без... Это реально колхозное, блядь, производство. Ты в курсе, что у бура... Так. Радиус захвата указан при установке. Раз, два, три. Делается так. Теперь нам нужно... Что без нам колхозное. Нужно? Тупо... Ну пока что... Ну подожди, это небольшой уродск. Нужно привыкнуть к уродску. Ах ты, падла собачья такая вонючая жопа. Ой. И теперь что? Я теперь выставляю ряд говна и ряд говна. Правильно? Мне нужен ряд угля, ряд... Ряд говна. Все. Подожди. Ряд говна. Чек. 3, 4, 5. Значит, в одном плавится железо, в другом плавится говно. Фабрика пара сплавшихся говна. Шестерни есть? Шестерни. Как у тебя стырить? Как глянуть в ту инвентарь вообще? А шестерней не производится, потому что... Потому что мы их не производим. Блять, давно логично. Нет железа.
Секунду, сейчас все будет, дядь. Мы... Выглядит реально как победа. Одно есть. Делаем второе, правильно? Так, нужен ряд говна. Это все потом уберется, это все переделается. Почему хор свинина? Хор, почему ты свинина? Я не знаю. Он не знает. Я зашел, у меня ник свинина. Конец. Ебать! Это пиздец. Пошло не по плану, да. Ты чё делаешь? Сейчас, чел, дай... Подожди, подожди! Ёбаный рот! У тебя подземные дорожки есть? Так, подземная дорожка, да, сделаю я, и чё? И ничего. Это, блядь, не, всё, иди нахуй, я сам тут всё сделал. Нет. Это жуть вообще, ты, блядь, просто бот. Это ты правильно поставил. Так легче сделать в одну дорожку, чтобы... А, так не, нормальное все, все, иди отсюда, уйди. Давай, давай, давай. Все, ломай, пришел, блядь. Он, пришел, пришел, насрал тут. Ломай нахуй. Ничего ломать я не буду. На, у тебя конвейеры, ебаш. Так, так. Ага, а, где так, эта штука? Так, 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 так. Ага, так, так. Mitsubishi Underground. Нихуя себе, ебать. Слушай, тыкай металлургию, наверное. Сейчас оно натыкает куча ресов, я потом переделаю все. Так оно уже изучено. В смысле, не печку. Так, зеленые фласки надо. А, ну все. А зеленые. Так чтобы, блядь, были зеленые фласки, нужно уже все автоматизировать, блядь. Ты руками это заебешься делать. Сейчас, секунду, сколько надо фласок на эту? 75. Да я сейчас руками сделаю. У меня 60 фласок я делаю. Да зачем, блядь, зачем? Одну вот эту хуйню хочу, сломать. Дурак. Вот ёб это расширить, мать. Блядь. Да, поставить конвейеры, делаю, блядь. Колбочь, наебенить волосы. Колбочь. Отправить их сюда, ой, блядь. Твою мать, это фиаско. Это я, говорит, сейчас фиаско. Руками, блядь, сделаю. Нахуй ты играешь туда в эту игру. Чел, я хочу сделать печечку, чтоб сейчас, смотри, ладно, электроаппаратики у нас, да и насрать, уходи, я и сам всем все расскажу. Электроаппаратики у нас делаются, электроаппаратики, электропечку делаешь, все готово. Дальше ты строишь только конвейер, сейчас здоровую ленту говна ресурсов делаешь, угля, куча дерьма и куча желтого дерьма. Ты потом делаешь электропечи, все ставишь это на электрику, на конвейеры, с конвейеров делаешь конвейеры, конвейеры передают дальше по конвейерам. Ты это засовываешь, дальше делаешь свой заводик слева, который тебе надо, из другого дерьма, все идеально. И сходу строишь электропечечки. Переходишь с угля на электричество. Вот и думай. Вот тут вот забрал он у меня. Ой, ящик забрал, у меня тут крафт идиот. Ой, просто насрал и ушел срать. Бля, вручную реально фласки сидишь делаешь? Я сейчас хочу сделать, бля, продвинутую металлургию, она почти сделана. Я сейчас расширяю потом конвейеры, просто делаю три жирных лесенки конвейера, и все у нас будет Заводск из Заводска. О, ладно, ладно, дядь. Пока ты срал, я почти сделал. Хорош, дядь, реально. Ну, по факту. И сейчас у нас будет производство колбочек. Из колбочек колбочки. Колбочки в колбочке. Ну, так и темпами. Через неделю доберемся до Space Age в целом. Да сейчас мы скоро доберемся, дядь. Ну, ты все обостряешь. Я сейчас уже буду скоро печечки делать. Все нормально. Так, а как делать антенны получше? Нам зеленые надо. Неудобно. Турель пойду уебашу. Делай, делай. Блять, та она меня уебашит. Так, не, нормально, что уже почти. А ты не, не за Фидель. Так а я и говорю, что я убью, она убью нормально ее так страдает. Все. Дядь, наша основная задача сейчас зеленые фласки сделать. Дядь, я сейчас пока развитием всем другим занимаюсь.
Я хочу сразу перейти в стальные печи. У тебя нет дальше развития никакого, блядь, пока ты фласки не сделаешь. Дядь, стальные печи будут делать производство. А сейчас тебе чем? Че? Сейчас я делаю, как раз печки будут. А эти печи, чё, смысл? Сейчас сразу переходим. Сразу у тебя будут нормальные конвейеры. И все. Ага. Развитие не для нас. Пресс-степ. А шо, блоки вон? Я настроил уже блоки. У нас будут блоки. У нас сейчас уже все делается. Все круто, производство круто. Крутится. Круто, блин, вообще. Печки сейчас будут. Не, блин, это вообще круто. Печки — это ускоренное производство, поэтому делай электричество. А что ты тут хочешь делать? Мне просто нужна линия пластин стальных дополнительная. Я хочу перенаправить это все, сделать, чтобы оно плавило одну медь, одну херню. После этого разветвляй себе все, что хочешь. Так эти печки можно прям поверх этих печек строить. Да, но я хочу, чтобы, типа, зачем нам вот эта вот херня справа? Неудобно, если ты можешь вот наверх расширяться и вверху строить остальные заводы. Как хочешь, дядь. Я пока с этим работаю, да? Не, пока с этим работаю, я пока тут. Давай. Сейчас все сделаю. Ой, не, все, я делаю мегазавод. Ты пока себе стройся. Я у тебя сейчас сбоку сделаю мегазаводик. Круто. Это круто. Все потом выливается в одну. Да! Пока что делай свои отсталые технологии. Чем хор занят? Идем смотреть. Делаю мега-конвейер. Вопросы? Вот такую хуйню он сделал. Зачем, а главное, нахуя, никто не знает, кроме него. Ты там не переживай, можешь продолжать нихуя не делать, дядь. Ты расширяй, я пока делаю свои расширения. Я немножко тут думаю, подсказывайте. Просто нахуй ты все это делаешь, если там будут электропечи, сука. Они, я делаю они зазор. 3 на 3. Все, а что готов? Ты делаешь, это мусор готов? Полный. Готов, блядь. Мусор. Мусор полный. Так, зазор так. С тремя клетками. Хорош. Вау, блядь. Охуеть. Только тебе конвейер тоже надо будет делать. Другой. Все. Давай, нормально. Куб, а, сталь у меня в итоге крадет. Вот и думайте. Я тебе броню делаю, блядь. Вдруг тебя сожрут, блядь. Алуварка, дядь, ты неделю назад заказывал девайс Red Dragon. И сидишь спокойненько, ничего не пишешь, а я все вижу, блядь. Алуварка, поздравляю тебя вот с такой вот мышкой. Эта мышка, по сути, такая же, как у меня, но с железом. А, значительно лучше. Вот такая вот мышка. Вот такая вот. Да, у нее тут глайд появился посередине. В отличие от Star Pro. Это Red Dragon King 4K Pro. А мышка также может в беспроводном режиме работать. Вот передатчик. Здесь переключение режимов на дне. Вот тут. Такие дела, дядь, поздравляю. У тебя есть два варианта, опять же, выбора, да? Мы можем тебе новую выслать. Ну, с неоткрытой упаковкой. А могу тебе прям эту же отослать. Не знаю, что-нибудь на ней черкануть, какой-нибудь автограф. Тут уже как сам пожелаешь. Насколько мышь хватает в беспроводном? Ну, у меня на Star Pro в беспроводном режиме 2,5 дня хватает. А я играю по 10 часов вообще в суд. Черкани сердечко, то есть эту же отправить, да? Хорошо. Я тебе сейчас в личку напишу. И завтра... отправлю тебе эту мышку вместе. Вот ТГЛ у Клава сегодня, а тебе мышка. Ой, поздравляю, дядь. Черкануть сердечко. Ну давай, я черкану сердечко. Только надо будет завтра зайти еще белый фломик купить, потому что, ну, на черной мышке черным фломиком как будто ошибка, да, написать. Белый фломик возьму. И на дне мышки сердечко бахну и никнейм свой. Спасибо тебе, спасибо, дядь, что смотришь, что накопил. А, столь большое количество поинтов. Как громко она кликает? Да, конечно, давай покликаю. Ну вот клавиатуру у меня микрофон не сумел захватить. Да, она довольно громко кликает.
Я не знаю, захватывает ли микрофон, но вот не слышно. Но она довольно громко кликает. Но это вообще не проблема. Если тебе важны, важно, чтобы мышка не кликала, это другая совершенно категория мышей. Silent мыши называется. Но чаще всего такие мышки, они со слабым железом. Пользуйтесь, все для вас. Девайсы классные. Я уже очень давно пользуюсь Redragon Elf клавиатурой и мышкой Star Pro. И коврик еще поменяю себе. Там прислали коврик для вас. Но оказалось, что для меня. Ну, так вышло. Вот. И чуть попозже еще пришлют коврик. Уже для вас. Ну, хороший коврик, все. Атакуют! Нас атакуют! Алярм! Алярм! Алярм. Ой, боже, ну там мрази начали нападать. Ну, ёб твою мать, а. А где он ходит? А он с телефоном? О, пришел. Да, да, я тут. Че там? Внизу, где камень делается, нападают жукисы, но... Что, ты не знаешь, где они? А на карте там очень далеко. Внизу, пошли искать. Там внизу очень далеко, они и непонятно. А, я научился тачки делать. Я тебе говорю, ты занимаешься полной хуйней. Нужно сетапиться поочередно под каждую фласку. Сейчас у нас активная фласка. Серая. Ей надо. Дядь, ну я же магазины, говорю, забери. Бронебойные гранаты и стену. Забери, у меня просто конвейер какой-то и все. Я ничего не буду делать, блядь. Я ебучу тут настроил, блядь. Тут завод на двигатели и все прочее. Забери себе вот. Сейчас я тебе... Куда тебе вывезти? Просто скажи, куда тебе вывезти железо. Где я тебе выведу железо. Хорошо. Стальные плитки? Вот стальные Нет, плитки. Стальные бруски именно. Да. Бруски, вот вверху стальные бруски, вот. Вот, а. По ним топчусь. Просто если нужен рельсы. Конвейер, скажи, я тебе выведу сам конвейер, и будет плитка тебе плавиться. Я в рельсы поставился. Чадику привет передашь? Давай. А ты там не ругайся, слышишь? Скорби. А я вообще молчу, сижу. Привет, тети. Кузьмы. Мяу. Скажи мяу. Мяу. Ну мяу. 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 Мяу! 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 Что еще? Еще чистим. Пока чистим. Че ты ей там мяукал? Ну я раз мяукнул, а потом меня чертом обозвали. Ну вот так вот. Вот и думай. Хватит вонять, ну тут... У нас Новодолбоёбск, пиздец как воняет. Новодолбоёбск, понял. Как, что там у нас? А, там только печечки. Тут уже почти закончилось. Блять, вот нефтехерня просто все портит, такая параша. А что не нравится, да, перестрою? Да не перестроить, просто сам строить. Ну, она просто слишком близко для локомотива, понял? Слишком Нет, далеко. Нет, она слишком тупорылая в плане ресурсов. Тебе нужно подвести туда 50 тысяч ресурсов. Так нахуй спили все деревья и заебашь, блядь. Да не в деревьях проблема. Нефтезалупу, блядь. А куда двигатели слева? Дядь. Так и слева вон, чё ты творишь? А-а-а, обалдеть. Слева, там уже почти вот все налажено, просто бери, складывай, продолжай. Че там не хватает? А там все хватает, просто сделать заводиков новых. Видишь, строилось умом. Где ум? Вот мой Красивск, все линиями, стройненько, аккуратненько, и у тебя Уродск. Показываю Красивск, вот тут ебать это вообще Красивск, вот здесь вот. Это не важно. Вот здесь это вообще прям разъеб. Это не важно. Чисто Химки с утра, блядь.
Так, секунду. Так, так, так. А чё такое? Ага, так. Ага. Всё. И теперь вот тебе... Всё. Охуеть, блядь. Не, я реально в ахуе, блядь, я тебе говорю, блядь. Для ракеты только синяя нужна теперь. Жёстко. Но я бы все равно уже спать уебался. Чё, покручу, пару минут. Покручу хоры. И пойду спать. Не, подожди, я... Подожди, подожди. Жду. Сейчас докрафтятся синие штучки. Ласт? Три штучки. Та самая. Три, две. Одна синяя штучка вставлю и... Драгернат! Так, все. По модулю всунул. По идее, хватит. Победа. Сейви. Победа. Сейви. И это победа. Сохранить игру. Так, у меня есть, сохранялки, есть. Значит, смотри, чмо, вам пизда, суки, и что ж. Пиши Гандониус. Гандониус. Все. Сохранил. На всякий вот еще сохранил. Синий. Главное меню есть. Бахнул. Нить. А, ББ получается, счастье, здоровье. Все, ББ получает. Ты завтра во сколько стоишь? А, да, у меня завтра ирельные делишки еще есть всякие. Туда, ну, короче, сюда, поздно. Блядь. Ой, блядь, вышел скайп, послушай. А, да, давай, чего какао, я случайно скайп закрыл. Скайп, давай, давай. Да, ББ. ББ, спок. Чачка. 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 Пока, чачка.